Кабинет, это Струнадер, и наконец вот добрался я до своих любимых телекастеров, которых у меня тут штук 10 будет где-то, наверное. Вот, и все они такие ясные, такие ясеневые, красные, санбёрстовые, голубые и прочие всякие. Вот, и начнем вот, значит, мучить телеки вот с такого вот American стандарта H-телекастер. То есть, обычный стандарт, но ясеневый и, соответственно, значит, с кленовым грифом и, по-моему, гриф без накладки. Вот такой сзади без всяких, опять же, вырезов и прочего. То есть мощный, красивый, такой в меру тяжелый. Ну, не знаю, сколько весит, в принципе, он нормально совершенно. И машинка здесь вот, и шестисидельный бридж. В общем, все достаточно красиво, предсказуемо, на мой взгляд. Вот. Ну и как бы по цене, наверное, самый бюджетный телек, если не брать там... то есть, ну и в серии American Standard, наверное, как бы самый интересный телек. Я все-таки еще раз говорю, я поклонник ясеневых телекастеров. Вот. Ну и здесь вот мы этот ясень вот наблюдаем во всей красе в таком вот санверстовом цвете. Давайте сейчас на чистом звуке, вход Rode Deluxe, все как бы по-честному. Этот телек немножко погоняем. А сейчас я навалю максимум гейну на усилителе Fender Hot Rod Deluxe. Вот и тоже попробую что-нибудь поизображать на этом American Standard H-телекастере. H, ну, собственно, ясен, да. Сейчас попробуем. Thank you.
там сейчас объяснять его какие-то, пытаться, точнее, словами объяснить его отличие от там 52-го там American Vintage или там, вот у меня есть еще Deluxe аж телекастер тоже там вот лежит, тоже в цвете баттерскотч, ну, абсолютно бессмысленное занятие. По деньгам, да, этот попроще, подешевле, ну, потому что все-таки это стандарт, и это как бы такая, ну, такой вот крепкий, рабочий, крестьянский, хороший телек. То есть, у кого, как бы, кто там не шибко загоняется по сериям, брендам, винтажности и прочему всякому, то, в общем-то, вот это вот оно самое и есть. Вот. На этом, я думаю, обзор можно закончить. Гитара в лавке, гитара обменивается, гитара продается. Не так. Гитара в лавке, гитара продается, гитара обменивается. Обмены я, как обычно, рассматриваю все в пределах разумного. Кредиты и рассрочки обсуждаются, но для этого надо просто позвонить мне, поговорить, ну и принять какое-то решение. И я, например, до сих пор не понимаю, почему люди, когда я им говорю, ну позвоните, переговорим, они просто пропадают. То есть, задают кучу вопросов там где-то в Авито или ВКонтакте, говорю, ну давайте просто я позвоню, это быстрее и проще, чего напрягаться. Вот, как бы народ не звонит. Как мне объясняли знающие люди, что это сейчас не принято, это типа вторжение в личное пространство. Я этого не понимаю, у меня как бы, ну как бы, я всегда стараюсь какие-то вопросы, особенно не очень простые, решать путем переговоров, там, а не там какой-то переписки. То есть, нет, эпистолярный жанр, это все прекрасно, конечно, только, ну, зачем? В данном случае он абсолютно, по-моему, бессмысленен. Опять же, при взаимном желании сторон переговоры занимают там не больше там нескольких минут, чтобы как минимум озвучить позиции, да, а дальше уже идти думать. Вот, ну ладно, что-то я тут заболтался, значит, еще раз говорю, гитара в лавке, гитара обменивается, гитара в лавке, гитара продается, гитара обменивается, обмены все в пределах разумного, как я уже говорил. А, вот, кредиты и рассрочки обсуждаются по телефону. А я на этом прощаюсь. Вам спасибо за внимание и пока. Пока.